Праздничный вечер – время размышлений. Как же провести ближайшие выходные? И тут, кстати, наша афиша. Здравствуйте, я Юлия Север, подготовила для вас пару вариантов. Вполне успешный чиновник в расцвете сил никак не решится обзавестись семьей. Так начинается история, которую сможете увидеть 2 октября в театре «Самарская площадь». Вроде бы и время давно пришло для женитьбы главного героя. И хочется тепла, уюта, детей, счастья. Только вот сама процедура смотрин ухаживания сватовства и женитьбы пугает. Близкий друг берется за дело, и все вроде бы удачно складывается. Невеста хороша, конкурентов обскакали, и уж объявлено о венчании. Но ведь любовь сразу и навечно – это только в книжках. А в жизни-то всякое случается. Суббота. Спектакль «Женитьба», театр «Самарская площадь». Днем позже на сцене театра любовно-детективная комедия «Фэншуй». Как чувствует себя мужчина, впервые за 20 лет супружеского брака изменивший своей жене? Да еще если любовница, как две капли воды, похожа на жену, так что даже родная мать не различает. Сюжет, построенный как детектив, держит зрителя все время в напряжении. В то же время легкий тон, острый юмор делают спектакль легким для зрительского восприятия, оставляя приятное послевкусие. В доме музея Фрунзе проходит выставка военной исторической миниатюры для детей от 6 лет и взрослых «Стойкий оловянный солдатик». В экспозиции представлены фигурки размером от 2,5 до 35 сантиметров. Вооружение и обмундирование солдат выполнено с соблюдением исторической достоверности. Выставка ждет своих посетителей со вторника по субботу с 10 до 18.00. Верю, что наша афиша поможет сделать ваши выходные ярче. Всего вам доброго. Пока-пока.